просела. Ой, а ты разве еще не ушла? Ты как неуютный в моей кофте сидишь. Это что, моя косметичка? Я теперь бьюти-блогер и делаю легкий макияж. Ага, легкий нюд. На работу или в школу? Блин, ты что, пол помады на себя вымазала? Знаешь, сколько она стоит? Не знаю. А сколько? Понятия не имею, я ее у мамы стащила. Но по-любому дорого. Ой, ну что ты мне сделаешь? С врагом надо бороться его же методами. Ты не посмеешь. Ты так уверена? Может, проверим? Может, не надо? По-любому надо. Ну все, держись. Мам! Ну что вы тут опять устроили? Мам, эта мелочь напялила на себя мою кофту, сперла мою косметичку и вымазала на себя половину моей, то есть твоей помады. Нет, это уже ни в какие ворота. Я все говорю, как об стенку горох. Ну сколько можно, Света? Я? Ты же старшая, ты во всем должна быть примером. А ты что устроила? Но! Никаких но. Быстро собралась и марш в школу. Вот сейчас даже я офигела. Что у них там опять? Да я особо не вникала. Так, поорала для порядка. Педагогичненько. Доченька, ты не хотела бы пойти в какой-нибудь кружок? Света вон на танцы ходит. Да нафига эти танцы? Надо на футбол отдать. Ну какой футбол? Она же девочка. Ты только что отвернула от себя всех феминисток мира. Это опасно. А вдруг ей кто-то мечом в лицо попадет? Мужики шрамов не боятся. Но она же не мужик. Это твой косяк. Ты рожала девок, и еще тыкать не этим. Вообще-то полребенка зависит от отца. А еще от отца зависит. Получит кто-то ремнем по жопе или нет. Умничает она тут. Ну а все-таки, может, рисование? Это можно. И недорого, и тихо. Пап, ты видел, сколько стоит профессиональные кисти, краски, карандаши? И за столько даже пива себе не покупаешь. Рисование отменяется. А футбол твой-то типа недорого. Мать, ну какой футбол? Она же девочка. Точно. Давай ее на кулинарный курс отдадим, чтобы жрать готовилась. Ей 5 лет. Какие кулинарные курсы? Не знаю. Я просто жрать хочу. А может быть фигурное катание? А может вы все-таки меня спросите? Да, доченька, чем бы ты хотела заниматься? А есть такой кружок, где спят, едят и смотрят мультики? Да, называется детский сад. Мне подходит. Не надоело петь про эту заграницу. Ну как прошел корпоратив, мам? О, шикарно! Вы видели, как я танцевала? А мы видели, ты же видос прислала. Кстати, где ты научилась крутить нижний брейк? О, явилась, Света, спать. Пап, ты чё? Ну не порть момент, это мой сладкий миг вместе. Поняла? Свалила. Ну и где мы шлялись? Ну ты же знаешь, на корпоративе. А чем это от нас пахнет? Кажется, кто-то прибухнул. Ну чё ты начинаешь? Бесит, да? Есть такое. Тогда продолжаем. А что, без алкоголя веселиться нельзя? Я что, всегда так занудно себя веду? Каждый раз, когда я иду пить пиво, меня дома ждет программа «Докопайся до мужика», только более противным голосом. У меня не противный голос. Ты прислала нам видео, как пела в караоке. Незабудка в твоем исполнении будет сниться мне в кошмарах. Надо перестать присылать людям такие видео. Ладно, расскажи, что там пожрать давали? А что рассказывать, я тебе все принесла. Готовься, я тебя сейчас расцелую. Света, иди сюда. Ой, мамочка, а ты уже пришла? А я посуду помыла. Разговаривала с твоей учительницей по алгебре. А я пыль протерла. И с учительницей по физике. А я пропылесосила. И с учительницей по химии. А я полы помыла. И с учительницей по географии. У меня закончились аргументы. Ну сколько можно мне за тебя на собраниях краснеть? Ты почему не сказала, что у тебя за контрольную двойка? По какому предмету? По всем вышеперечисленным. Мам, ну блин, там училка вообще оконченная. По какому предмету? По всем вышеперечисленным. Вот всегда у тебя все вокруг виноваты, а ты ни при чем. Мама физичка реально ко мне придирается. Тебе не нравится, как я одеваюсь? А сама, между прочим, ходит в одном и том же платье, купленном в начале прошлого века. Странно. Я училась у ее мамы, и она ходила в точно таком же платье. Так фу на тебя, Света! В общем, давай, исправляй оценки, а то все расскажу отцу. Ой, да он никогда не слушает. О, смотри. Пап, у меня за контрольную двойка. Молодец, а у нас голубцы еще остались. Свет, ну ты что, обиделась, что ли? Ну что случилось? Ну давай поговорим. Ладно, есть у меня одна идейка. Свет, Света, ну может сейчас что-нибудь скажешь? А может еще что-нибудь закажем? Мам, ты знаешь, я тут была в подружке. Конечно, знает. Это были 2 часа тишины у нас в квартире. Ну так вот, у нее такой хорошенький песик живет. О, начинается. Мам, он такой классный, так забавно тявкает. Особенно забавно он тявкает 2 часа ночи. Но почему бы нам тоже не завести собачку? Доченька, нам тут только собаки не хватало. Но он же совсем маленький, это чихуахуа. Мать, а меня за такие слова ты ругаешь. Доченька, ну за собачкой же нужно ухаживать, кормить, воспитывать, убирать. За папой тоже, но мы же его завели. Чего? С собачкой надо гулять. Я буду с ней гулять. Здорово. Придумала. Я буду гулять с тобой, а ты с собачкой. Ну покажи хоть, какая твоя хуя-хуя выглядит. Отец, это твоя дочь так говорит. Вот, смотри. Так, крысу вижу. А где собака? Да, доченька, очень миленькая. Но собачка — это большая ответственность. Да где собака-то? Мам, ну я же у тебя уже взрослая. Почему мне нельзя собаку? Так, мне кто-нибудь покажет, где тут собака. То, что ты считаешь крысой, это собака. Просто порода такая. А, и правда, хуя-хуя какая-то. Вот овчарка — это собака. Класс, давайте заведем овчарку. Либо я, либо овчарка. Я думаю, мама нам все-таки нужнее. Da 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 da
где эта хрень? Да. Да я смотрю, тут нет. Да не там, а там. А, вижу. Но это другая хрень. Мне нужна та хрень, синяя. А там какая хрень? Другая, не синяя. А тебе другая нужна? Она там, внизу. Внизу под этой хреновиной? Да. Мать, тут нет. А, вспомнила. Я ее постирала. И где она? Ну, значит, там. А где в ней фигня? На той хреновине? Да. А нафига она тебе? Я хотела это самую сделать. Да я уже сделала. А где она тогда? Там, вместе со всеми штуками. Ну и куда мне тогда эту хрень девать? Да положи там, я разберусь. Не, я ее тогда туда запихаю, пусть лежит на месте. Ну так я ее оттуда не достану. Положи лучше в эту штуку, где она все лежит. Да тут нет места. Да вытащи эту старую фигню, ее уже давно выкинуть пора. Я тебя выкину, она еще 300 лет прослужит. Ну хотя бы оттуда ее вытащи и отнеси туда. Это что? КЗ. Лоу. Доченька, ну уже поздно, пора ложиться спать. Не хочу! Хватит прыгать на кровати. Хочу прыгать на кровати. А надо хотеть спать. Не хочу хотеть спать. Ну давай я тебе сказку расскажу. Давай. Только тебе надо лечь. Тогда не хочу сказку. Не хочу. Вот ты не слушаешься, к таким детям бабайка приходит. А, ну такую фигню даже я не поведу. Тогда сейчас папа придет. Ладно, давай сказку. Жила-была на свете девочка и звали ее Золушка. Пошла на бал, потеряла туфельку, принц ее нашел. Мам, ну ты серьезно? Давай тогда песенку. Ложкой снег мешая, ночь идет большая, что же ты глупая? Пышка, не спишь. А как ты уснешь, когда там идет большая ночь и мешает снег ложкой? Что это за фильм ужасов? Так, чего вы тут орете? Да вот дочь спать не хочет. Да что ж такое, каждый день одно и то же. Я в детстве засыпал и просыпался по команде. Потому что днем и в школу, и на хоккей, и на футбол. А сейчас что? Да все платить надо. Развалили страну, Горбачев летит его в баню. Да все, не ори, она уснула. Она всегда под эту тягомотину засыпает. А я уже завелся.